Меня зовут Ринат, фамилия у меня Кукиев, я управляющий компанией генподрядной организации. Сейчас в данный момент мы заключили договор с компанией, я не помню наименование, о том, что на крановые работы, которые должны были провести работу по строительству паркинга. Сейчас в данный момент у него по техническим каким-то неполадкам у него что-то случилось, я не помню, что случилось. И еще разбирается, сейчас будет разбираться Промбез, которую госорганизация, которая будет разбираться. Потом уже заключение дадут на основании чего такое происшествие у нас. Ну, в данный момент, как говорится, никто не пострадал, пострадавших не имеется. Жителям квартиры все восстановим, потому что это в наших интересах, это все восстановим, и что надо купим. Как вы сказали, те же это материальный ущерб, это те же кухонные, которые заказывала, ламинат или стекла, которые, витраж, мы все восстановим. Кроме того, если материальный ущерб необходим будет, то в рамках разумного и материальный ущерб мы выдадим для того, чтобы клиенты были довольны и никаких, ну, в дальнейшем, чтобы они знали, что это компания, что на рынке, что мы очень хорошая компания.